Всем привет! Все вы, наверное, видели мультфильм «Шрек». Там был персонаж Пряня, и сегодня я хочу его приготовить. Первым делом в емкость разбиваем 2 яйца. Добавляем сахарную пудру, чайную ложку корицы, чайную ложку сушеного имбиря, 200 грамм сливочного масла и ванильный экстракт. Всыпаем немного разрыхлителя и пшеничную муку. Замешиваем тесто и отправляем его в холодильник на час. После чего из теста вырезаем небольшой кусок и раскатываем его в тонкий пласт. Затем на принтере распечатываем трафарет и вырезаем его. Прикладываем трафарет к тесту и вырезаем по контуру. После чего отправляем в духовой шкаф при 200 градусах на 20 минут. Затем, чтобы пряник был плоским, придавливаем его разделочной доской и рисуем ему ноги, руки, глаза, рот и пуговички.